Из бараков в комфортабельные квартиры. Введен в эксплуатацию еще один дом для переселенцев из ветхого жилья, на этот раз в Шуе. В трехэтажном доме поселятся 63 семьи, которым последние годы приходилось жить не в самых комфортабельных условиях. Частичное удобство. Я жила в бараке, я так называю, 6 квартир в нем. Короче, печка, плитка, туалет, как говорится, мои там на улице. Ну а здесь все удобства позволяют жить. После того, что было, признаются счастливые переселенцы, это настоящий дворец. Не зря ждали 3 года. Квартиры светлые, со всеми удобствами и косметическим ремонтом, что называется «заезжай и живи». Перед застройщиком стояла непростая задача – уложиться в предельно сжатые сроки. 8 месяцев строился дом и сдан был в эксплуатацию. Сама постройка из кирпича по всем нормам, с НИПом. Фасад утеплен, плиты перекрытия железобетонные. Стяжка, вся полностью отделка под ключ, то есть и готов к эксплуатации для новоселов. Всегда ли справедлива поговорка «поспешишь людей, насмешишь» станет известно позже. На сегодняшний день дом прошел комиссионную проверку, вопросов к нему нет. В случае возникновения дефектов постройки гарантия от подрядной организации 5 лет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.